В Первоуральске в воде обнаружили лося. Сахатый забрался в городской пруд и не спешил оттуда выходить. Вылавливать его оттуда пришлось свердловским спасателям. Как рассказывают очевидцы, зверь вел себя странно. Завидев людей, он попытался уплыть от спасателей. Загнать его на берег не получилось, лось только наматывал круги в воде. Местные предположили, что сахатый перегрелся на солнце. Но оказалось, животное было не в себе из-за травмы головы, несовместимой с жизнью. Посчитав, что полуторатонный зверь в таком состоянии опасен для людей, спасатели его застрелили.